Так, сейчас я дорисую нашу лол. Вроде как красиво получилось. Ты еще скоро? Я уже все, Кексик. Ура! Всем привет, ребят, с вами Кексик и Анна Голд. Сегодня у нас будет лол малышечка. Да, ребят, это у нас новиночка. Вот, кто ждал лол малышечек, напишите. Обязательно. Что ж, а мы начинаем распаковывать быстрее, потому что я так долго ждал, когда Анюта его доделает. Что ж, ладно, давайте начинать распаковывать. Давайте. Ладно. Сначала мы, естественно, посмотрим нашу упаковочку. Вот, я вам даже ближе ее покажу. Здесь у нас нарисована наша малышечка в розовых трусиках. 35 всего этих куколок, даже и большие тоже 35 в коллекции. Здесь у нас опять же такие не просто LOL Surprise, а LOL Classic. Здесь две звездочки у нас. Дальше переворачиваем. Здесь у нас 5 сюрпризиков. Вот. Потом второе, ой, первое, я говорю второе. Просто сюда посмотрела. У нас первая здесь подсказочка. Ну, здесь, впрочем, мало сюрприз, всего лишь 5. В больших 9 целых, ну, в новеньких. Первая подсказка. Вторая, меняет ли наша куколка цвет. Но здесь еще может быть что-нибудь. Я еще пока что не знаю, но посмотрим. Аксессуарчик. Здесь очки. Сумочка. Или шапочка. Что-то такое может попасться. Здесь у нас... непонятная сумочка какая-то. И здесь у нас малышечка. Вот. Сейчас я здесь вам сначала поближе покажу, а потом сзади. Вот, ребят. Вот наша малышечка. Ну и вот, собственно, лол. Так, сейчас я переверну, минуточку. Вот. 5 сюрпризиков, как это пишется. Первое, второе, третье, четвертое, ну и пятое. Такая прикольная малышечка. Что ж, ладно, мне уже не терпится посмотреть, какая же попадется нам новая малышечка. То, что это у нас еще первый лол из малышечек, новиночек. У нас... была распаковочка с вот такой вот куклой лол. Кто видел, пишите, как она вам понравилась или нет. Вот. Что ж, а мы начинаем смотреть, что же там внутри. Давай быстрее, я не могу уже ждать. Потому что я вообще долго рисовала, и Кексик уже просто не знаю, что ей делать. Я очень сильно хочу посмотреть, какая же будет там малышечка в новеньком. Да, ребята, вам интересно? Думаю, да. Что ж, открываем. Здесь у нас никаких конфетишечек нету. Это у нас обычный шарик лол. Вот так у нас открылось. Ну, первая у нас подсказочка, и потом слои идут. Сейчас, минуточку, ребят. Я его закрою. Вот. Что ж, подсказочка. Ребят, такой подсказки я еще вообще никогда не видела. Ну, вы тем более тоже, потому что это наш шар самодельный, и, естественно, подсказку придумываю я, а не беру, как из настоящих оригиналочек. Здесь у нас белый цвет, плюс розовый цвет, плюс черный цвет. Даже не знаю, ребят. Вот, посмотрите. Вот такая вот она у нас подсказочка. Смотрим дальше. Вот такой вот у нас желтый слой. Желтый слой, здесь черные точечки. Даже это не просто точечки, а какие-то, не знаю. Ну, у вас, впрочем. Можно сказать, что и точечки, и не точечки. Здесь у нас золотая молния. Ну, молния. Замочек. Здесь у нас от темно-лилового идет к розовенькому. И к темно-розовенькому. Вообще, очень классный переход я сделала. Очень классно получился. Давай быстрее открывай. Хорошо, хорошо. Что ж, открываем. Ребят, кто... Ну ладно, это я скажу в конце видео. Я не буду сейчас это говорить. Кому интересно, то оставайтесь со мной.
Вообще прям так идеально открывается все. Все. Вот такая вот. Ну и вторая. Что же умеет делать наш кукла? А точнее, пупсик меняет цвет. Вот. Интересно, будет ли наш кукла менять цвет или нет. Вот здесь вот. Плюс меняет цвет и плюс что-то еще. Что-то еще, я не знаю, что еще она умеет, но можете написать, можете не писать. Впрочем, вот. Тонкость попалась пока что. Две. Так. Вот, ребят, смотрите. Это как будто какая-то планета. Такой необычный слой. Я еще никогда таких слоев не видела. Впрочем, как и вот эта половиночка. Вот. А здесь у нас светло-голубенький фон. И черные полосочки, и они немного такие, как будто не прорисованные, но очень классно. Вот, ребят, смотрите, видите, не прорисованные. Вот такие вот. Что ж, смотрим дальше. Здесь у нас вот такой вот лиловый замочек, и здесь уже расходится. Ну что ж, давайте его дорвем. Ну, прям тут легко открылся очень. Здесь уже можно не дорывать, ладно. Здесь у нас три сюрприз-пакетика. Вы, наверное, уже увидели, какая там кукла будет. Я не увидела еще пока что. Но хочу увидеть, какая там будет пупсик. Вы уже догадались, что это за пупсик? Да или нет? Напишите. Да, мы начинаем распаковывать. Давайте начнем вот с этой вот малюточки, так скажем. Малюсенького пакетика. У нас, кстати, в большом лол поп конфетти попадались целых два маленьких пакетика. Ну, вообще не знаю, что здесь, потому что здесь бутылочки у нас нету. Ой, давай, ой. Вот. Здесь у нас попалась вот такая вот картинка, как будто вот смайлик, вот если так смотреть, классно. На самом деле нет, это у нас не смайлик. Здесь у нас луна и две звездочки. Месяц, точнее. Вот, это у нас картина, ну, как я думаю. На самом деле, в оригиналочке, вот я не знаю, ребят, что это. Кто знает, напишите, пожалуйста. Я вообще вот не знаю, что это такое. Но, наверное, это маленькая картина. Так-то там еще была надпись, но я не сильно поняла, что там написано. Смотрим дальше. Что же это у нас? И у нас опять такие же пакетики розовенького цвета, как и в оригиналочке. Надпись «Lol Surprise». И здесь у нас глазки нарисованы. Интересно, что же у нас это будет. Мне кажется, что это будет аксессуарчик малышки на голову. Ну, возможно. Посмотрим давай. Ой, ребят, это у нас сшитое. Что-то беленькое. Ой, ребят, это у нас глазки, посмотрите. Черного цвета. Потом я это все вам в конце видео покажу поближе. И тут такой как бы кармашек. Это у нас сшито. Такой мягкий, прикольный. Наверное, будет шапочка. Здесь у нас виднеется малюточка. Вы уже видите, кто это. Я, впрочем, тоже. Здесь вот серебряный скотч. Впрочем, тут у нас вроде как везде был серебряный. Ой, какой серебряный, розовый. Ой, ребят, смотрите, какая милашечка. Нам такая куколка попадалась, но нам попадалась не малышечка, а взрослая кукла. Кто помнит, пишите об этом в комментариях. Вот. У меня здесь один глазик закрыт, а другой открыт. Еще здесь такой милашный язычок. Розовые трусики, впрочем, вот как и в подсказке. Белая сторона, черная и розовые трусики. Вот так вот. Такая я придумала подсказочку. Кому было понятно мою подсказочку, ставьте лайк. Вот такая вот малышечка. Какая она милая. Классно, теперь у нас есть и старшая сестра, и малышечка. Да, это классно. Смотрим, как это будет на ней выглядеть. Как-то, если честно, не очень, ребят. Ну, мне кажется, что она лучше в нем поместится вот таким образом. Мне кажется, так намного лучше, правда, вот так надо смотреть теперь. Как вам больше понравилось, вот так вот или же вот таким образом? Потому что, мне кажется, бантик вот мешает одевать шапочку. Вот. Ну вот. Впрочем, вот что нам сегодня попалось с вами. Вот, напишите в комментариях, что вам здесь больше всего понравилось.
Вот. Что нам вам понравилось? Что ж, а сейчас я принесу вам куколку, ну, большую сестричку, и вы сравните. Хорошо. Что ж, я отсюда, наверное, пойду. Хорошо. Ждем тебя, Кексик. Кексик там шуршит. Сейчас я немного помогу. Так вот. Принес. Ладно. Вот такая вот у нас здесь старшая сестра, кто помнит, и младшая сестренка. Вот они, красавицы. Ну, кто вам больше нравится, старшая сестренка или же младшая? Напишите. Такие-то они у нас прикольные. Классная кукла нам сегодня попалась. И, ребят, обязательно напишите в комментариях, каких вы бы хотели видеть, лол, малышечек вот таких вот. Или же больших сестер. Обязательно напишите нам в комментариях, чтобы мы знали. Вот. И снимем про это видео. Что ж, Кексик, что тебе больше всего здесь понравилось? Мне понравилась очень сильно шапочка. Шапочка? Ну-ка, погоди. Что ты хочешь сделать? Сейчас увидишь. Сейчас и все увидят. Ну что это такое? Я примерила на тебя шапочку. На одно ухо. Ну да, она же маленькая тебе. Вот. Мне больше понравилась шапочка и куколка. А вот это вот мы не поняли, что. Что-то за смайлик. Вот так. Ну да. Что ж, ребят, кому понравилось это видео, не забудьте поставить лайкосик. И напишите в комментариях, что мы уже сказали как раз таки. Что ж, с вами был я, Кексик, и Анна Голд. Всем пока, ребят. Пока. Так, ну все, надо тут немного прибрать. Уч. Все, пока, ребят. Новое видео ждите.